Всем привет! В этом видео я не буду говорить о том, что туристическая индустрия, несмотря на все то, что сейчас происходит в мире, неуклонно набирает обороты, и что за свои быстрые темпы роста она признана экономическим феноменом столетия. Не буду говорить о том, что особой популярностью пользуется круизный отдых, потому что люди во всем мире осознали, что круизы – лучший отдых и по стоимости, и по комфорту, и по насыщенности, и, конечно, по впечатлениям. Факт. В мире есть огромный интерес к круизам. Соответственно, появляется огромное количество компаний, клубов, сообществ, так или иначе связанных с этой тематикой. На связи с вами я, Влада Садовникова, и в этом видео я просто перечислю плюсы и минусы одной из таких компаний, пожалуй, самой яркой и необычной. То, что предлагает она, больше не встретите ни у кого. Но так ли все здорово, как кажется? Какие здесь подводные камни? Давайте разбираться. Речь пойдет о молодой компании, в январе 2018 года у нее будет двухлетие, круизном клубе Incruises. Итак, поехали. Плюсы. Первый и самый главный плюс. Возможность приобретать любые круизы как минимум в два раза дешевле. Причем в два раза дешевле от цены самой круизной компании. И если у круизной компании какая-либо акция или скидка, то, как правило, она же доступна и на платформе клуба. Соответственно, члену клуба это предложение фактически обойдется еще дешевле. Второй плюс – богатство выбора. Говоря о том, что вы можете приобретать любые круизы, я имею в виду именно любые, а не отобранные и предложенные компании. На платформе Incruises есть возможность выбрать любой из более 5500 круизов. Это практически все круизные компании и их лайнеры, даже новейшие лайнеры, еще не спущенные на воду. Если открыто на них предварительное бронирование, оно будет доступно и на сервисе. То есть есть возможность выбрать и забронировать хоть на сегодня-завтра, хоть на год, два, три вперед любой круиз. И напомню, по ценам самих круизных компаний, но фактически еще дешевле как минимум в два раза. Третий плюс – создатель компании Майкл Хатчинсон и его команда. Я не буду рассказывать о том, кто такой Майкл, какой он замечательный, какие у него заслуги. Об этом много говорят на презентациях и можно посмотреть в интернете. Важен другой момент, на который я и хотела бы сделать акцент, что это действительно известный публичный человек, имеющий большой опыт ведения бизнеса и, самое важное, на мой взгляд, не имеющий пятен на своей репутации. Четвертый плюс – защита прав потребителя. Все хотят защищенности и гарантий, и руководство предприняло все усилия, чтобы компания была создана по-белому, официально, легально, и очень серьезно относится ко всему, что может нанести вред ее имени и имиджу. Что я имею в виду? Компания американская и зарегистрирована в 5 американских штатах, во всех необходимых для ведения этого бизнеса. Это уже признак некой надежности. Также компания является полноправным членом Clio. Clio – это Cruise Liner International Association, крупнейшая, можно сказать, единственная в своем роде международная организация, куда входят все значимые в круизном бизнесе игроки. И вся информация открыта для изучения, как и информация о юридической компании, с которой ведется сотрудничество. Это Nolik Law Group. Она выбрана потому, что имеет хорошую репутацию и более 30 лет занимается вопросами законодательства, касающегося туризма. Также есть 30-дневный срок возврата денежных средств. Защита от так называемой импульсной покупки. Это когда вас на эмоциях развели, вы пришли домой, расстроились, думаете, что же я наделал. Вы ничем не рискуете, пишите заявление, и в течение суток ваши деньги возвращаются вам. Пятый плюс вытекает из предыдущего. Отличная обратная связь. Быстро и четко решаются все вопросы, неоднократно проверено. Шестой плюс. Можно стать бесплатным или, как у нас принято говорить, безоплатным членом клуба и получать ежемесячно от компании 200 круизных долларов. Седьмой плюс. Можно не просто выгодно или бесплатно отдыхать, а еще и прилично зарабатывать благодаря бизнес-возможностям компании. Скажу по-другому, благодаря очень понятной и выгодной партнерке. Деньги выплачиваются, выводятся на карты в режиме реального времени, то есть сразу же. Восьмой плюс. Все ваши оплаты совершаются картами Master или Visa, или же через платежную систему PayPal. Это именно оплаты, покупки. Девятый плюс. Материалы, инструменты для бизнеса.
Они разнообразны, профессионально выполнены. По сути, представлена готовая система для ведения бизнеса. Надо сказать, такое высокое качество исполнения – явление достаточно редкое. Во всяком случае, ничего подобного я еще ни у кого не встречала. Ну и постоянно появляется что-то новенькое. 10-й плюс. Я считаю, это тоже важный аргумент. Сообщество близких по духу людей. Я, например, часто путешествую по миру одна. Но круиз – не то место, где комфортно быть одному, согласитесь. Лучше, когда есть единомышленники и попутчики. И в клубе как раз огромное количество людей именно с такими же интересами. Поэтому подобрать компанию – не вопрос. Возможно, это не все плюсы. Если я что-то упустила, напишите под видео. А теперь поговорим о неприятном для многих людей, о так называемых минусах. Согласны? Появляется недоверие. Уж больно все хорошо, так не бывает. Где-то тут притаились подводные камни. Откуда вдруг такая щедрость? Давайте на чистоту. Никто ничего никому никогда просто так не дает. И здесь то же самое. Кто-то называет это минусом или расплатой, а кто-то условиями. Да, друзья мои, всегда существуют условия, благодаря которым мы с вами что-либо получаем в этой жизни. И это наше право соглашаться или же идти дальше. Поэтому будем говорить об условиях. Итак, первое условие. Все те преимущества, которые я перечислила выше, доступны только членам клуба. Клуб закрытый, и войти в него можно только по рекомендации партнера члена клуба. Второе условие. Есть ежемесячные членские взносы $100, которые каждый раз компания превращает в 200 круизных, и вы их тратите на свои же круизы. То есть, фактически, вы никому не отдаете свои деньги, а откладываете в накопление на свой же круиз, и компания их каждый раз удваивает. Да, есть возможность стать бесплатным членом клуба, освободиться от ежемесячного членского взноса и получать от компании ежемесячно по $200. Но для этого нужно приобрести партнерскую лицензию за $195, которая позволяет приглашать людей в клуб. Потому что для бесплатного или, как мы говорим, безоплатного членства необходимо пригласить хотя бы 5 человек. Четвертое условие – это долговременное сотрудничество. В клуб не стоит входить тому, кто хочет ради взять круиз по выгодной цене. Все вышеперечисленные выгоды и преимущества даются вам как раз за то, что вы намерены оставаться с клубом надолго и постоянно путешествовать с той частотой, которая удобна вам. Большинство людей увидело в этом жирный плюс и начало путешествовать много и с удовольствием. Ну а кто-то сказал, да это же рабство и привязывание к услугам клуба, и сидит дома, весь такой свободный, и наблюдает за насыщенной и роскошной жизнью так называемых рабов. Пятое условие. Вы не можете приобрести круиз на кого-либо другого, кроме себя. С собой можете взять людей столько, сколько поместится в каюту. Вы можете за всех оплатить своими круизными долларами или же за других их картой. Но вам всегда доступна только одна каюта. И вы там обязательно должны быть. То есть именно вас отправляют в круиз. Кстати, если берете каюту с другим членом клуба, каждый может оплатить своими круизными долларами. Шестое условие. Все накопленные деньги вы не можете спустить только на один круиз. Первые 5 лет вашего членства в клубе всегда на вашем счете будет оставаться какая-то сумма ваших денег, как депозит, гарантирующий ваше возвращение в клуб к повторным покупкам круизов. Кстати, деньги на круизном счете никогда не сгорают. Но если вы бесплатный член клуба или серьезно строите бизнес компании, эти ограничения уже вас не касаются. Это были, на мой взгляд, самые важные аргументы и факты. Я не стала их расшифровывать. За подробностями обращайтесь к человеку, который дал вам эту ссылку, или смотрите на сайте. И я не знаю, как вы отнесетесь к этой информации. Может быть, вы решите не упускать такую возможность. Но где еще и когда вы сможете так путешествовать? Знаете, на рынке порой появляются какие-либо привлекательные и достаточно выгодные предложения, но всегда ли вы в этот момент готовы принять эти предложения? Чаще всего люди в таких ситуациях сталкиваются с какими-то трудностями для себя. Либо нет сейчас денег, чтобы оплатить, либо время не подходит для путешествия. Уверена, у вас тоже не раз так было. Выгода же этого клуба для любого человека как раз возможность находиться в состоянии удачи, ну или боевой готовности на постоянной основе. Вы всегда можете выбрать именно те круизы, которые нужны вам. И именно тогда, когда это нужно вам.
появилось что-то очень выгодное, а вы готовы это принять, и деньги на это отложены, да еще и эта выгодность вам обойдется вдвое дешевле. Согласитесь, это здорово. Ну или же вы можете отмахнуться от этой информации, сказав себе, все равно так не бывает. И окажетесь абсолютно правы, в вашей жизни так не будет, ведь это ваш выбор, ваше решение. Друзья, я благодарю вас за внимание. Уверена, взвесив все «за» и «против», вы сделаете правильный выбор. С вами была Влада Садовникова. Если у вас остались вопросы, контакты под этим видео. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Желаю вам прекрасных путешествий и правильного выбора.